Всем привет, на связи Максим Петров. Я приветствую вас на канале Max Capital, на котором мы говорим о развитии мышления инвесторов, о формировании инвестиционных портфелей и получении пассивного дохода. Сегодня мы поговорим в продолжении темы про последствия первого, второго, третьего порядка, в частности инфляции, какие могут быть последствия третьего порядка непосредственно для инфляции, каким образом я для себя лично их рассматриваю и какие бенефиты и выгоды можно от этого получить. Итак, именно вот в этом видео мы говорили о том, что же такое про последствия первого, второго и третьего порядка, рассказали про инфляцию. И если сделать краткое резюме, чтобы было более понятно, когда я буду продолжать про последствия третьего порядка, я хочу, чтобы у вас в голове была определенная логическая цепочка. В мире в настоящий момент мировые центральные банки выбрали позицию мягкой кредитно-денежной политики. Обусловлено это в первую очередь новой теорией денег, то есть тоже видео про новую теорию денег можете посмотреть вот здесь вот под ссылочки, где я говорил, что необходимо поддерживать высокий уровень трат. И низкие процентные ставки наряду с беспрецедентными мерами предоставления ликвидности приводят к тому, что денежная масса в мире увеличивается. Увеличение денежной массы в мире приводит к тому, что неизбежно будет расти инфляция. Потому что, когда мы говорим про инфляцию, на инфляцию влияют две составляющие. Первое – количество денег. То есть количество денежных знаков, которые находятся в обращении в экономике. В экономике это называется агрегат М2, да, то есть денежная масса, которая непосредственно функционирует в экономике. То есть, если количество денег у вас увеличивается, то начинается инфляция, количество товаров больше не становится, и поэтому цены на товары переписываются. Пример может служить, допустим, эпоха великих географических открытий, то есть, когда Испания непосредственно стала проводить активную экспансию в Латинской Америке, в Южной Америке, когда в Перу была найдена там Эльдорадо, ну не золотая гора, а серебряная. Испанцы привозили очень много серебра в Европу, и, соответственно, таким образом количество товаров, которые производилось в Европе, не увеличивалось, а количество серебра значительно выросло, и поэтому началась такая инфляция. То есть испанская валюта, она обесценивалась, потому что они просто привозили тупо серебро, и количество серебряных монет становилось больше, поэтому ценники переписывались. Сейчас примерно точно такая же история, но сейчас не нужно привозить серебро, сейчас не нужно физически печатать бумагу, денежные знаки, то есть ты можешь просто там, нажав на балансовом учете кнопочку, да, имитировать дополнительно 1 триллион долларов и пустить их непосредственно в финансовую систему. То есть, когда ты это делаешь, и денежная масса увеличивается, а количество товаров не растет, не производится больше, то ценники переписываются. И тогда цена на товары растет, индекс потребительских цен увеличивается. Это первое, что влияет на инфляцию, количество денежных средств, раз. Второе, скорость обращения. То есть, как быстро 1 доллар, поступивший в экономику страны, как он быстро оборачивается. Что значит оборачивается? Меняет собственника. То есть человек условно получил там 1 доллар к себе на банковский счет, пошел, купил, я не знаю, в магазине купил молоко, магазин получил этот доллар, на этот доллар, соответственно, ритейлер продал поставщику молока, молочник, который привозит это молоко, поставил это фермеру, которого он закупает, я не знаю, там траву, пшеницу для коровы. Фермер, соответственно, заплатил эти деньги еще кому-то. Ну, то есть, какое количество людей этот доллар обошел в процессе своей вот экономической жизни, да? И это называется скорость обращения. Как быстро происходит вот это вот обращение, как быстро происходят траты. Соответственно, когда у вас увеличивается денежная масса и скорость обращения очень высокая, то инфляция начинает расти, потому что быстро оборачивается. И что мы получили на самом деле в период ковида? У нас произошло значительный рост денежной массы, но в этот период были локдауны. Соответственно, количество людей, которые тратили деньги, путешествовать нельзя, ездить никуда нельзя, там театры все закрыты, кино закрыто, дискотеки закрыты, то есть денежная масса увеличилась, расширилась, и по идее она должна привести к высокой инфляции, но скорость обращения сжалась, то есть люди деньги не тратили, и это, соответственно, привело к тому, что сначала, да, значительное увеличение там в Америке на 30% увеличение денежной массы не привело к инфляции. Сейчас по мере вакцинации, по мере снятия ограничений в торговле, люди начинают тратить, начинает увеличиваться скорость обращения денег, а денежная масса уже увеличена, начинает расти инфляция. То есть инфляция – это неизбежный факт.
И, соответственно, последствиями первого порядка инфляции является то, что когда инфляция выходит из-под контроля, то она начинает приводить к галопирующим ростам самой себя. То есть она начинает вызывать так называемые инфляционные ожидания, когда человек приходит и видит, что ценники там, на автомобиле переписаны, они стоят уже на 10-15% дороже, чем они стоили год назад. И это происходит повсеместно. То есть буквально недавно вышла статья в РБК, да, исследования провели, что завтрак в Америке в среднем подорожал на 60%. То есть составные завтрака – это там яйца, это хлеб, это молоко, это апельсиновый сок. То есть, соответственно, цена удорожания себестоимости завтрака произошло на 60% в среднем. То есть вот она, эта инфляция. И когда человек, соответственно, видит вот эти вот высокие темпы роста инфляции, он начинает тратить еще больше. Он бежит в магазин, у него есть деньги, то есть они у него поступили, они у него находятся на брокерском счете, они поступают на чеках от правительства, от штатов. И он, соответственно, стремится купить прямо сейчас, потому что завтра это будет стоить дороже. И если вот эти вот инфляционные ожидания находятся на высоких значениях, инфляция, значит, приобретает самовозрастающую такую стоимость. То есть цены на товары начинают расти просто потому, что возникает резкий спрос, да, то есть люди боятся этой высокой инфляции и толкают цены вверх. Поэтому темпы роста инфляции, их нужно сбивать. Потому что если они примут галопирующие темпы, обуздать инфляцию становится очень сложно. И поэтому как раз-таки к последствиям первого порядка относится то, что обуздать темпы роста инфляции можно за счет удорожания денег, то есть повышения процентной ставки. И поэтому последствиями первого порядка будут сокращение программы выкупа активов, по сути, работы печатных станков мировых центральных банков, и в дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики, то есть деньги будут более дорогие. То есть процентные ставки начнут расти. И это, соответственно, последствия первого порядка. Последствия второго порядка, когда у вас происходит сжатие ликвидности и когда у вас происходит рост процентных ставок, то в этом случае это негативно влияет в целом на экономику. Но если мы говорим о росте экономики, это в первую очередь потребление. То есть что происходит с потребителем, когда происходит удорожание денег? Кредиты становятся более дорогими, причем они становятся дорогими и для потребителей, и для предприятий. То есть предприятия не могут инвестировать в развитие нового производства, не могут увеличивать заработные платы, ну то есть ничего не могут делать, потому что для них кредит становится дорогим. А потребители, соответственно, они получают более высокую стоимость обслуживания кредита абсолютно всех направлений, начиная от кредитных карт, потребкредитования, автокредитования, ипотечного кредитования. То есть ставки непосредственно начинают расти, и люди уже не готовы брать по высоким процентным ставкам кредиты, чтобы непосредственно потратить. Сжимается потребление, с одной стороны. То есть компании, которые занимаются производством, начинают меньше продавать, потому что люди меньше покупают. С другой стороны, у них стоимость обслуживания уже взятых долгов, уже взятых кредитов. Из-за того, что сроки кредитов заканчиваются, а новые выдаются под более высокий процент, соответственно, стоимость обслуживания кредита для них начинает расти. И что мы получаем конкретно, если мы смотрим на компании? Потребление уменьшилось, потому что кредиты стали дорогие и люди, соответственно, не потребляют. То есть выручка, компания начинает продавать меньше товаров и услуг. С одной стороны, сама выручка, объем денег, который получает компания, он уменьшается. С другой стороны, стоимость обслуживания кредита, она увеличивается. Да, кредиты, которые были выданы там 3-4 года назад, они выданы под низкую процентную ставку, и они их еще обслуживать могут. Но ситуация же не изменилась, их все равно нужно обслуживать. Второй момент, они не могут в моменте закрыть, у них же выручка упала, они не могут закрыть уже выданные кредиты, и когда они закончатся через год-два после повышения процентных ставок в ответ на растущую инфляцию, через год-два им нужно будет взять новый кредит, чтобы и новый обслуживать, и дальше непосредственно развиваться. А он уже будет более дорогой. И у тебя получается количество денег, которые ты отдаешь на обслуживание кредита, увеличивается. И поэтому на предприятии происходит двойной пресс. С одной стороны, уходит потребитель, и ты зарабатываешь меньше выручки. С другой стороны, у тебя начинают расти расходы. И ты начинаешь расходы на обслуживание уже действующих кредитов. И ты начинаешь думать, как это оптимизировать. Ты увольняешь неэффективных сотрудников. Ты сокращаешь собственное потребление. Ты сокращаешь
прекращаешь инвестиционные программы свои собственные, ты не строишь новые предприятия, ты не закупаешь новое оборудование. И таким образом, получается, ты начинаешь действовать в бизнесе B2B, компании, которые тебя обслуживали. Ты контрагентов всем начинаешь сокращать объем своих операций с ними, да, то есть другие компании, которые работают в бизнесе компании с компаниями, они тоже начинают недозарабатывать. И это носит повсеместную цепную реакцию, да, то есть получается, что увеличивается безработица, у людей еще больше сокращаются расходы, а при этом еще и инфляция находится на высоких значениях, и процентные ставки высокие, и потребляют люди еще меньше, и, соответственно, вот экономика, рост экономики, он начинает непосредственно падать. И тогда, когда мы снова возвращаемся к новой теории денег, мы получаем очень интересную картинку. Мы получаем, что у нас стоимость денег увеличилась, рост экономики упал, и компании выходят на банкротство, да, то есть компании просто прекращают свое существование. Поэтому последствиями второго порядка являются то, что повышают процентные ставки, а повышение процентных ставок, в свою очередь, негативно повлияет на рост экономики, и многие компании непосредственно обанкротятся. И здесь можно поговорить о последствиях третьего порядка, очень интересных. Про последствия третьего порядка сейчас мало кто говорит, поэтому подписывайтесь. Я именно сейчас дам ответ на этот вопрос. Много очень про это мы говорили на нашем открытом съезде инвесторов, ссылочку на который вы можете получить под данным видео. Последствиями третьего порядка, очень интересными, о которых мало кто говорит и мало о них задумывается, есть два ключевых последствия, которые лично я выделяю. Первое заключается в том, что высокая инфляция, как это ни покажется странным, имеет очень огромный плюс в двух плоскостях. Первое, высокая инфляция позволяет обесценить долг. То есть для закредитованной экономики, для закредитованного предприятия, которое может переложить инфляционные издержки непосредственно на потребителя и сильно от этого не потерять, это очень хорошо. Потому что когда у вас есть кредит, и кредит выдан под низкую процентную ставку, и этого кредита достаточно много, то в случае, если вы инфляционные издержки можете переложить на потребителя, то в этом случае для вас получается очень хорошо. Почему? Потому что вы переписываете ценник. Давайте в качестве примера разберем ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Многие говорят, что происходит, инфляция растет, а Джером Пауэлл, глава Федрезерва, говорит: ребята, все нормально, все спокойно, ничего страшного, не переживайте, там экономика еще не стала расти. Какие цели преследуют? Если вы посмотрите на такой показатель, думаю, мы оставим ссылочку под данным видео, отношение долга Соединенных Штатов Америки к ВВП в процентном соотношении, не в абсолютном соотношении, сколько долг составляет в триллионах долларов, а в процентном соотношении от ВВП. То есть, когда у вас высокая инфляция, что вы получаете? Количество продаваемых товаров и услуг в Соединенных Штатах Америки может не увеличиться. Оно может остаться на том же самом значении. Но если вы начинаете продавать iPhone не за 1000 долларов, а за 1100 долларов из-за инфляции, то выручку, соответственно, вы получаете 1100 долларов вместо 1000. И то есть в этом случае вы можете сказать: я заработал больше. То же самое происходит с правительством. То есть при долге Соединенных Штатов Америки в 23 триллиона долларов, а ВВП там в районе 19 триллионов долларов, то есть вы ВВП можете каким образом увеличить? То есть сделать не 19 триллионов, а, допустим, 20 или 21 или 25. Двумя путями. Первый путь – произвести больше товаров и услуг в экономике, продать эти товары и услуги. И тогда получается, в количественном выражении вы произвели больше товаров и услуг, и у вас происходит качественный рост экономики. Во втором случае вы просто переписали ценник, вы продали те же самые товары и услуги, но ценник, который вы на нем обозначили, да, он на 10% больше. Ну, потому что инфляция, да? Количество проданных товаров и услуг не изменилось, но при этом ВВП вырос, да, то есть вырос на 10%. 10% от 24 триллионов – это 2,4 триллиона долларов. Вы заработали вроде бы больше, потому что у вас инфляция. При этом, если процентные ставки находятся на низких значениях, вот этот вот избыток в 2,4 триллиона долларов вы, в принципе, можете направить на погашение долгов. То есть инфляция – это один из самых надежных и самых удобных способов, который позволяет, в принципе, обесценить свой собственный долг. И если у вас инфляция продержится при низких процентных ставках в значении в районе 5%, за
3-4, там, может быть, 5 лет, вы можете сократить свой долг там, в 2 раза в номинальном выражении, а в реальном выражении, ну, и того больше, да. И это очень показательно при растущей инфляции и низких процентных ставок. Если посмотреть на соотношение долга ВВП США в проценте от ВВП США, он сократился там практически на 20%, что очень удивительно, при том, что экономика как бы и не растет. Долг уменьшился. И поэтому, получается, последствия третьего порядка для инфляции, в первую очередь для людей, которые очень активно заимствовали, для людей, которые имеют доступ к печатному станку, это один из самых простых, безболезненных способов списать собственные долги за счет более высокой инфляции. Второе преимущество заключается в том, что высокая инфляция, она играет на руку людям, которые хотят перераспределения капитала, финансового капитала, человеческого капитала, природных ресурсов, технологических инструментов, технологий непосредственно. Каким образом? Я сейчас постараюсь это объяснить. Если вы состоятельный человек, то есть я не говорю сейчас про абсолютное большинство людей, 80% людей, которые работают на зарплату. Я говорю о некой вот этой вот прослойке, 19% людей, которым принадлежит там 14-20% мировых богатств, то есть люди, у которых есть десятки миллионов долларов. Это люди, как правило, образованные. Это люди, которые имеют очень адекватных и высокооплачиваемых финансовых советников. Это люди, которые получили наследство, значительные капиталы. Это люди, которые в последние 20-30 лет сколотили собственные капиталы в несколько миллионов долларов. То есть эти люди очень осторожны, я с такими людьми общаюсь. И эти люди очень разумны. Соответственно, когда они смотрят на текущее значение цен активов, акции, облигации, то есть текущая доходность облигаций, десятилетних Соединенных Штатов Америки, они не покрывают инфляцию. То есть при инфляции там, в районе 5% доходность 1,7%. То есть реальная доходность, там, она отрицательная просто. То есть вы доход не получаете на десятилетнем промежутке. А цена на акции такова, что они не предполагают премии за риск. И форвардная доходность в следующих 12 месяцев акций, входящих в структуру индекса S&P 500, она реально отрицательная, минус 4%. И, соответственно, недвижимость тоже очень дорогая. Вот эти разумные люди сидят и говорят, что цена, которую мне сейчас нужно заплатить за актив, будь то облигация, консервативный инструмент, будь то акция, рискованный инструмент, будь то недвижимость, которая занимает промежуточное положение между рынком акций и рынком облигаций. То есть цены настолько высокие, что доходность, которую я получаю от этих активов, не покрывает нереальную инфляцию. И это очень дорого. Я подожду, когда активы упадут. Я буду находиться в кэш, cash equivalents, я буду находиться в коротких бондах. И когда все упадет, вот тогда вот я приду и непосредственно куплю. И такие люди, на самом деле, их очень много, и такие люди, то есть, обвиняют того же самого Баффета, да, у которого там более 30% сейчас денег находится в кэш и кэш эквиваленс. Тоже смеются над Рэем Далио, который по итогам 2020-2021 года практически не обеспечен никакой доходности для инвесторов, который до этого 20 лет был успешным управляющим. И такие люди непосредственно сидят в кэше. Ну, то есть, мы знаем публичные имена, но есть еще непубличные имена, я сам общаюсь с людьми, которые тоже это понимают и это осознают. И я сам могу себя отнести к когорте таких людей. Я понимаю, что сейчас покупать активы очень дорого. Но что мы в этом случае получаем, когда начинает разгоняться инфляция? Мы начинаем очень сильно переживать. То есть это не те люди, которых можно привести на рынок путем алчности или жадности. То есть, сказав таким людям, что, слушай, вот ты просидел там в кэше весь 2021 год и не заработал 30-40%, который обеспечил рынок акций, ты не заработал там 60-100%, который обеспечил рынок сырьевых товаров, да, то есть ты просто сидел и чего-то непосредственно ждал, вот таких людей этим не проймешь. Ну, то есть они скажут, ну, сегодня я не заработал, заработают дальше. Это все равно, что Баффету прийти и сказать, слушай, ты дурак, что у тебя 35%, 40% фонда Berkshire Hathaway находился в кэше в то время, как рынок непосредственно рос. Он скажет, да ничего страшного, да. Но в чем заключается опасность? Когда у вас идет высокая инфляция при низких процентных ставках, это очень важный момент. Высокая инфляция, при том, что процентные ставки еще находятся на очень низких значениях, то в этом случае такие люди будут заходить в рынок, потому что им нужно компенсировать уже наступившую инфляцию. Это раз. Два. Их можно простимулировать брать в долг. При низкой доходности
Ну, то есть мы говорим, 10-летние облигации США дают доходность 1,6%. То есть если у вас процентные ставки составляют 0,08%, в принципе, можно запирамидиться по сделке репо, то есть купить облигации, заложить их, купить еще облигации, потому что стоимость обслуживания кредита будет меньше, чем текущая доходность этой облигации. Вы убиваете двух зайцев. Вы загоняете состоятельных людей в рынок, и не просто загоняете в рынок, а вы их загоняете в рынок с плечом, с левериджем. Потому что это люди, которые, опять-таки, их не проведешь тем, что они недозаработали. Их не проведешь тем, что они могут еще больше заработать. Таким людям, которые уже владеют капиталом, им очень важно защитить этот капитал от инфляции. И поэтому я даже на себе это сейчас чувствую. Люди начинают волноваться, люди начинают переживать, и они начинают для себя рассматривать какие-то инструменты или вхождение даже по высоким ценам в активы, после чего, соответственно, ты можешь резко поднять процентную ставку, и это непосредственно все схлопнется. Поэтому вот, если говорить про последствия третьего порядка, опять же, я не могу в рамках одного видео подробно это все рассказать, я считаю, что вот последствиями могут быть вот эти вот, ну, тройной эффект. Обесценивание долга, увеличение левериджа на финансовых рынках и на рынках финансовых активов. Третье, что действительно состоятельные люди начнут покупать непосредственно это активы с плечами. То есть и это в конечном счете позволит перераспределить капитал от вот этих вот именно действительно состоятельных людей, у которых десятки миллионов долларов, в пользу 1% сверхбогатых людей, которые непосредственно управляют там монетарными властями. Более подробно, опять-таки, что с этим делать, какие инструменты использовать, как в этой ситуации по-прежнему зарабатывать и зарабатывать там до 10-15% годовых в долларах. Мы более подробно об этом говорили на съезде инвесторов Max Capital. Ссылка находится под данным видео. Можете проходить, забирать, смотреть и непосредственно применять это в своих знаниях. Очень важная оговорка: зарабатывать 10-15% возможно только если у вас есть капитал хотя бы от 5 миллионов рублей. Потому что это специализированные инструменты, специфичные инструменты. И если капитал до 5 миллионов, они, к сожалению, не то что недоступны, их все-таки можно покупать, но там будут нарушены параметры риск-менеджмента. То есть вы столкнетесь с очень высокими рисками. Очень важная оговорка, да, чтобы потом не было, вот сказали инструменты, но они только там для состоятельных лиц. К сожалению, это действительно так, но тем не менее, сам механизм, как это можно делать, вы с ними можете ознакомиться. Друзья, мы поговорили с вами про последствия третьего порядка в инфляции. Пожалуйста, оставьте комментарий под данным видео, что вы думаете по этому поводу. Со своей стороны хочу сказать, что вот именно последствия первого-второго порядка, они находятся вместе с нами. Они постоянно нас окружают, и абсолютное большинство людей, то, что они видят, или они просто ловят какую-то новость и на основе этой новости принимают инвестиционное решение. Но, как я уже говорил в первом видео и повторюсь в данном видео, большие деньги делаются как раз-таки на понимании последствий второго и третьего порядка, потому что они находятся не на поверхности, потому что они находятся немножко глубже. И здесь нужно именно мыслить как инвестор и понимать, к чему же все-таки может привести то или иное действие. То есть это больше к вопросу о стратегических решениях, а не тактических действиях. И именно на канале Max Capital мы говорим о том и смотрим на события, происходящие в мире с позиции последствий второго и третьего порядка. Не факт, что я говорю, что это последствия третьего порядка, но в своих рассуждениях, в своей философии я стараюсь как раз таки опираться вот именно на последствия второго и третьего порядка, постараться докопаться до них и представить на ваш суд, на то, чтобы вы это анализировали. Кто-то это примет, кто-то не примет, да, но тем не менее, для того, чтобы в принятии инвестиционных решений вы эти последствия учитывали и делали, может быть, меньше ошибок. С одной стороны, с другой стороны, были более успешны, чем абсолютное большинство трейдеров, которые работают на рынке. Именно для этого работаем. Регулярно выходят видео, поэтому, чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал, чтобы находиться всегда в тренде и получать самыми первыми ту информацию, новую информацию, которая выходит на канале. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи!